Прошли интенсивные переговоры между странами, входящими в ОПЕК и не входящими в ОПЕК. Вчера в рамках вот видеоконференции почти 10 часов заседали, обсуждая ситуацию на рынке и те меры, которые необходимо принять в условиях существенного падения спроса, переизбытка на рынке, падения цен и возможности затоваривания хранилищ, то есть той ситуации, которая складывается сегодня на нефтяных рынках. Очень долго обсуждали, и все сошлись во мнении, что нужно принять решительные меры, которые заключаются в том, чтобы странами ОПЕК и не ОПЕК сократить добычу на 10 миллионов баррелей в сутки суммарно на 2 месяца, май и июнь месяц этого года. Затем в течение полугодия следующего частично восстановить добычу, и сокращение составит 8 миллионов баррелей в сутки. Это соглашение будет действовать 2 года. Поэтому на 2021 год параметры, которые заложены в соглашении, это 6 миллионов баррелей сокращения на все страны участвующие, это 23 страны. Соответственно, эта квота будет действовать в период до 1 мая 2022 года. Очень важно, что нам нужно будет мониторить ситуацию на рынке, она будет, безусловно, меняться, и в случае необходимости будут приниматься либо дополнительные меры, либо будет более быстрыми способами восстанавливаться добыча в странах для того, чтобы не допускать в том числе и переизбытка нефти на рынке, потому что мы должны действовать в интересах как производителей, так и потребителей. И это очень важный момент для того, чтобы ситуация была стабильной на рынке, для того, чтобы были снижены и моменты, связанные с волатильностью, и быстрее восстанавливался спрос.